Из уважения к твоей бывшей дружбе с великим монахом, я позволю тебе покинуть это место невредимым. Но огонь останется нетронутым и спрятанным, и карта останется здесь. Я понимаю, что ты серьезно относишься к своей работе. Но мне правда нужна эта карта. Ведь в этом проблема, так? Ты не хочешь, чтобы я ее забрал, но я хочу. Я неисправим. Что? Не делай этого. Прости, это единственный способ. Укун, барьер будет защищать карту любой ценой. Попытаешься прорваться, и он может уничтожить нас обоих. Да, я знаю, но не разбив пару яиц, омлет не приготовить. Это не значит, что их можно разбивать. Эй, Неджа, тренируйся больше. Может, тогда ты дотянешь до моего уровня. Малыш! Укон, ты идиот! Ты обрёк нас всех! Обрёк нас всех! Укон, ты глупец!